Березовском городском округе в социальной сфере трудится порядка 220 человек. Это сотрудники отделов социального развития, обеспечения соцгарантий, обслуживания населения и по делам инвалидов, специалисты центра занятости. Хочу сказать огромное спасибо тем работникам, которые своим сердцем, своей душой всегда вместе с теми людьми, которым нужна помощь. Это первое. А самое главное, я хочу поздравить и Ирину Клавдиевну Фаевскую, которая в нашем Подмосковье занимается этой очень нужной и важной работой. Каждый из этих людей выбрал непростую, но очень нужную и ответственную профессию. Благодаря их доброте, чуткости, отзывчивости и терпению, тысячи людей ежедневно получают помощь и поддержку, которая им так необходима. Они действительно работают не просто как функционеры-исполнители, они работают со всей отдачей и, самое главное, с высокими человеческими качествами, потому что по-другому просто невозможно. Награды на профессиональном празднике получили 32 работника социальных учреждений муниципалитета. Это самые заслуженные сотрудники сферы. Достижений у нас много и разных. Как вы знаете, политика и Московской области, она ориентирована на социальную сферу. Да? Меры социальной поддержки предоставляются большому количеству людей. Это вот 109 только категорий, которые имеют право получать эти меры соцподдержки. В нашем округе у нас это более 110 тысяч человек, то есть фактически каждый третий получает эту меру социальной поддержки. Завершилась церемония награждения концертной программой. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».